Сегодня исполняется 75 лет со дня начала Берлинской операции, последнего кровавого сражения Великой Отечественной войны. В этой операции принимал участие и мой отец Данилов Иван Сергеевич, лейтенант. Я хочу исполнить песню для всех фронтовиков, для всех солдат Великой Отечественной. И для тех, кто пережил это страшное время. Если знаете, подпевайте вместе со мной. Мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра-завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно видел маму, последний раз сойдемся завтра в рукопашной. Последний раз России сможет послужить. А за нее и помереть совсем не страшно, хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно видел маму. Спасибо.